Может, я с другой планеты? Иностранный гражданин? Мне неинтересны дети и игрушки, лишь конфеты. Трудно мне ваш мир понять, трудно мне людей обнять, речь других воспринимать, на вопросы отвечать. Я немножко не такой. Мир я вижу золотой. Говорю я слишком ломко. Повторяю тихо, громко. Думаю я по-другому. И учусь трудней намного. Непослушен сам в себе, как бы на своей волне. Как птичка крыльями машу, хоть знаю я, что не взлечу, кажусь я невоспитанным, не в меру избалованным. Может, хлопаю рукой? Или топаю ногой? На вопросы всех не мой? Даже в играх я другой. Не судите слишком строго. Вы не знаете так много. Не ругайтесь, не бранитесь. Сравнивать не торопитесь. Маму вы не обижайте. Мудрости не раздавайте. Не судите свысока, ведь старается она. Может, я с другой планеты? Я особый гражданин. Но ведь дети просто дети. Будьте лишь добрее к ним.